Всем здравия! Это мое официальное обращение к тем, кто заявляет о распаде или развале СССР. Официально заявляю, что законом не предусмотрено ни распада, ни развала государства СССР. Те, кто утверждает обратное, пусть предоставят документ. Насколько мне известно, таких документов в природе не существует. Следовательно, то, что некоторые называют распадом СССР, на самом деле есть не что иное, как оккупация территории СССР путем узурпирования власти различными организованными преступными сообществами, которые назвали себя в дальнейшем Российская Федерация. Данные действия, оккупация территории СССР и узурпация власти в СССР подпадают под ряд статей законодательства СССР, в том числе Конституции РСФСР СССР 1978 года, например, статья 64 «Измена Родине». Соответственно, данные действия считаться законными не могут по определению. В связи с этим все лица, участвующие или соучаствующие в данных событиях, будут выявлены и осуждены. Всем спасибо за внимание. Всем пока.